Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, единомышленники, а также граждане Гисляндии. Сегодня решил такой ролик запилить. Итоги 2014 года. Все вы знаете, что я самый честный блогер на Ютубе. Мало этого, я хочу быть не только самым честным, а самым прозрачным. Да-да, не удивляйтесь, самым прозрачным. Все вы знаете, что я являюсь королем Гисляндии. Ну что ж, подводим итоги. Сука, уронил кусочек. Значит, на сегодняшний день в Гисляндии 42 гражданина. Вкусно, вкусно. 42 гражданина. Многие из них, ну не многие, а большинство, купили гражданство за $1. Некоторые получили его от меня бесплатно. Ну, например, Ванамас. Он является гражданином Гисляндии. Он за гражданство не платил. Он является, кстати, первым гражданином Гисляндии. Вот. Но, как я уже сказал, большинство заплатили $1 за покупку гражданства Гисляндии. Вот. В чем вся суть? Ролики-то я пилю в основном для гислянцев, в основном, не как чиж. Для себя, все для себя, для гислянцев. Вот. Много я лазил по помойкам, много в этом году сдал металла. Кока-кола в этом году, кстати, продал не очень много. Вот. Я даже тут на листике все написал. Расчеты в баксах будут, чтобы вам легче было понять. А то если в шведских кронах посчитал бы, было бы вам, ну, тяжело понять. Вы всегда шведские кроны пересчитываете в какие-то там чехословацкие. А то от большого ума, я так понял. Короче, в этом году я насобирал банок. Даже не насобирал, а в основном эти все банки мне накидали шведы у нас на работе, в ящик мой. В общем, в этом году, за 2014 год, банки $1035. Кока-кола, ну продажа кока-кола шведам на работе, $302. И металл, который я там с Рогером, ну лифты мы перевозили, эти самые старые лифты выбрасывали. Ну и то, что на помойке находил металл, там и алюминиум был, и цветные металлы. Все, что я продал в этом году, я получил со всего металла, с черного и цветного металла, получил $1208. Итого, банки, кока-кола и металл, все это у нас получается за год $2545. Вот. Вы сейчас скажете, так вот, это и есть твои делишки. Нет, это не делишки. Это вообще херня. Это вот банки, которые мне шведы накидали на работе, кока-кола, которую я шведам продал, и металл, который я продавал с Рогером, с лифтов этих и с помоек металл. Короче,
2545 долларов. Но сегодня я хотел сделать такой беспрецедентный случай. Сейчас, секундочку. В горле пересохло. Не каждый день король такой добрый. Вот. Сегодня беспрецедентный случай. Я решил эти деньги, 2545 долларов, разделить на 42 гражданина Гисляндии. Чтобы каждый гражданин, ну, скажем так, стал акционером общества The Bank of the Gesland. Итого получается у нас 2545 баксов разделить на 42 гражданина. Это получается 60 с небольшим хвостиком на рыла. То есть каждый гражданин Гисляндии с сегодняшнего дня является акционером общества The Bank of the Gesland. У каждого гражданина Гисляндии с сегодняшнего дня на счету The Bank of the Gesland лежит 60 долларов. То есть эти деньги, эти 60 долларов, они не просто лежат, они уже работают на вас с сегодняшнего дня. Эти деньги я буду давать в долг под проценты. Что-то буду вкладывать в акции. И в следующем году будет, ну, то же самое, что в этом году. Будем смотреть на результат, что у нас получится из этого. Просто когда у нас будет наш остров или наша земля, я не хочу, чтобы мои граждане приехали с пустыми карманами. Вернее, с пустыми карманами они могут и приехать, естественно, но они, как граждане Гисляндии, могут прямиком пойти в The Bank of the Gesland и снять со счета, да-да, не удивляйтесь, свои деньги. Даже вот в великой стране Россия, да, Вовка бы такое никогда не сделал. А я сделал. Всем гражданам Гисляндии сделал вот такой вот предновогодний подарок. То есть понятна суть. Все, кто гражданин Гисляндии, все, кто посылал 1 доллар, и даже те, кто не посылали, стали гражданами Гисляндии по иным причинам, у вас на счету Bank of the Gesland уже лежит 60 долларов. Знаете, мне не жалко, я считаю, очень весело прошел этот год. Я лазил по помойкам, собирал банки. Вот. Вам это нравилось? Вы смотрели мои ролики, ставили лайки. Ну, а коли так, я решил сделать вам подарок. Ни одному же мне эти банки, добро-то все. Я хочу, чтобы вы были частицей меня, частицей моего творчества, понимаете? Потому что я вас... Я вас очень сильно люблю. Размазал все. Спасибо. До свидания.